Всем добра! В этом видео я покажу основные принципы плетения круглой корзины. Я уже сплела круглое дно. Всего у меня 16 двойных стоек. Чтобы стойки не высыхали, надела на них трубочки. В качестве формы у меня выступает 3-литровая банка. Дно укладываю на форму и продолжаю начатое плетение веревочкой до нужной высоты. Я проплела 3 сантиметра веревочкой, перевернула форму и продолжаю плетение ситцем. Ситцем проплетаю несколько рядов. На следующем этапе форму убираю, кладу на дно утяжелитель и далее буду плести без формы. Сначала полностью вертикализируя стойки, а затем пойду на сужение стенок. При плетении каждую стойку отклоняю от себя буквально на миллиметр, чтобы не было резкого перепада при формировании округлости будущей корзины. Как плести подобные округлости, я подробно рассказывала в мастер-классе по плетению кувшина. Ссылка будет в описании. Стойки встали вертикально, и я продолжу плетение, все так же отклоняя их от себя, формируя тем самым нужные мне округлости корзины. Чтобы сильно не заузить корзину, ориентируемся на угол отклонения стоек на нужной нам высоте. Я проплела 9,5 см ситцем и в процессе нарастила новые стойки для загибки. Зауженность корзины меня устраивает, поэтому стойки я больше не трогаю, а просто продолжу плетение, но уже веревочкой. Я проплела веревочкой 4 ряда и закрыла плетение. Под линейку выравниваю высоту стенок корзины, обрезаю лишние стойки и делаю загибку. Я делаю розгу из 4. Подробно на этой загибке останавливаться не буду, так как показывала ее в одном из моих мастер-классов. Ссылка на него будет в описании. Подтягиваю всю загибку по кругу, чтобы она была равномерной, и обрезаю кончики. Основа нашей корзины готова. И перед тем, как делать ручку, пока корзина еще не высохла, я ее погрунтую разбавленным лаком. В качестве основы для ручки у меня выступают 3 трубочки с проволокой, которые я обмотала рафией. Ручку вставила в плетение на титан. Во всех трубочках, которыми я буду делать обмотку, у меня будет леска. Трубочку с леской вставляем в плетение слева от ручки и обматываем основу.
Так как длины трубочки мне не хватило, я наращиваю с внутренней стороны ручки. Конец рабочей трубочки опускаем в корзину слева от ручки. У меня получилось 4 витка. Поворачиваем корзину к себе той стороной, где опускали внутрь рабочую трубочку. Вставляем трубочку слева от ручки. Обматываем основу. Трубочку я уже нарастила с внутренней стороны, и ее конец укладываю слева от ручки, рядом с самой первой трубочкой обмотки. Корзину оставляем перед собой той стороной, куда только что опустили рабочую трубочку. Опять вставляем трубочку рядом с предыдущей и делаем обмотку. Трубочку вновь нарастила с внутренней стороны. Конец рабочей трубочки опускаем в корзину. У нас их уже 2. На этой же стороне вставляем следующую трубочку и делаем обмотку. Опять наращиваю трубочку и опускаю ее в корзину. С этой стороны у нас также 2 рабочие трубочки. Вновь вставляем трубочку рядом с предыдущей и обматываем ручку. Опускаем трубочку в корзину. Соблюдая вышеописанные принципы, обматываем ручку. Укладываю последние витки и можно делать замок. Вот такая ручка у меня получилась. С обеих сторон у меня по 4 рабочие трубочки, которые будут формировать замок. Ссылка на мастер-класс ручки, который я взяла за основу, будет в описании к видео. Так как рабочие трубочки у меня разной длины, я наращиваю их в том месте, где они закроются замком, и место их соединения не будет заметно. Теперь 4 рабочие трубочки нам нужно вывести на лицевую сторону корзины. Я вывела все трубочки на лицо и всеми 4 охватываю ручку и вывожу наизнанку.
На изнанке прячем концы, как обычно. Кончики обрезаем. Вот такая корзина у меня получилась. Опираясь на показанные мной принципы, вы сможете сплести корзину любых размеров. На этом все. Всем добра, друзья. До новых встреч!